Видео для начинающих радиолюбителей. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Всем доброго времени суток. Если у вас имеется дома неисправный светодиодный светильник, не спешите выкидывать. Можно самому починить, можно переделать и умощнить. Первая причина неисправности – это аккумуляторы высохли. Вторая причина – это уже наглядно, светодиоды не горят или тускло горят. В-третьих, неисправен блок питания. В нашем случае неисправен аккумуляторная батарея, будем менять аккумуляторные батареи, у нас есть под рукой аккумуляторы разной емкости, чем больше, тем лучше, напряжение должно быть 3,7 вольт. Я уже заранее разобрал, снял аккумулятор, сэкономил время. Сейчас будем измерять выходное напряжение зарядного устройства, подадим 220 вольт от сети. Смотрим, напряжение 5,69 вольт. Поднимем напряжение от сети, 250 вольт на выходе зарядника, 5,75 вольт. Небольшие изменения на выходе, теперь входное напряжение от сети, понижим до 120 вольт. На выходе 5,48 вольт. Думаю, этот зарядник можно использовать. Проверим ток зарядки, кратковременно замкнем провода. Хотя надо делать через нагрузку. На выходе 103 мА, это при входном 120 вольт от сети. При входном напряжении 220 вольт, на выходе 194 мА. При входном напряжении 255 вольт, на выходе 220 мА. Эти параметры постоянного тока нас устраивает. Итак, приступим к пайке. Хочу еще сказать, что аккумуляторные батареи нельзя установить без защиты от глубокого разряда и перезаряда. Полностью собрал. Включаем. Подключаем в сеть 220 вольт. Монтажная схема соединения. Бестрансформаторный блок питания на 5,5 вольт. Зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания. Выпрямительный диод. Защитное устройство от перезаряда и от глубокого разряда. Пальчиковая аккумуляторная батарея. Рассмотрим принцип работы. Как только мы подключим в сеть 220 вольт, ток потечет через зарядное устройство в аккумулятор. Диод не пропустит через себя ток, так как он пропускает только в одну сторону. Как только электричество пропойдет в светильник, автоматически включится, если находился в включенном режиме. Надеюсь, вам понравилось видеоролик, не забудьте поставить лайк, я с вами прощаюсь.